пересекаем озеро. Есть немножко адреналина, да? Вот у тебя вот все началось с озера, да, со снегоступом. Я прям боюсь это, честно говоря. Я чуть ручки не оторвала от этого. Шутка Вася. Я ее поэтому специально быстрее везу через озеро. А у вас как ощущение? Отлично. Хорошо, сиденья мягкие. Мягкие, вот. Это самое главное. Отлично. Денис, а что, когда будет брейк еще? Что? Когда будет брейк? Денис, а когда мы там меняемся? Слушай, наверное, это самое после перекуса. Ну скоро уже, скоро кофе-брейк. Поголодалась. Как говорится, пора уже, пора, да?